Вот так, дорогие телезрители, говорю: Настя, пожалуйста, приедь вовремя, запишем программу. Нету ее. Ладно, начну сам. Привет всем любителям хороших телешоу. Всем любителям приключений. Привет, слышу привет. Звук. Привет всем, кому с нами по пути. Это что такое? Это я успела, но у меня несколько вопросов. Во-первых, почему не на вокзале? И почему даже не на речном вокзале, Артем? Ты же сказал, каникулы, у нас майские праздники. У меня к тебе встречный вопрос. Ты что, с чемоданом? Ну, отдыхать едем, нет? Нет, ну мы будем отдыхать, но тут на лоно реки. В путь на Маевку приглашаем всех. Сегодня мы готовим постное. Расскажем, что взять с собой на природу. Так, это вот хорошо. Артем, ты серьезно на Маевку наволочку взял? Да, очень полезно. Зачем? Это очень полезная вещь. Как выбрать лучшую локацию? Как правильно выбирать место возле реки? Выше, ниже, дальше? Есть ли какие-то такие нюансы? Сейчас раз в время, когда у нас идет паводок, и поэтому надо учитывать, что ночью может быть сброс с Дубосар и будет подъем реки. Поэтому лучше поставить палатку немножко выше, хотя бы, чтобы до реки было около 2 метров по высоте. И где расположиться на ночевку? Что нам стоит дом построить? Красиво. Мужчины, берите на заметку. В новом выпуске не только советы профессионального гида, но и мастер-класс от медийного шеф-повара. Станислав Шустрый, он же Шустрый Бум, приготовит скумбрию на открытом огне и раскроет секрет своего лучшего маринада. В маринаде здесь у нас идет сухой чеснок, имбирь, также сухой, черный перец, сладкая паприка, растительное масло. И в общем все. А многие добавляют лимон. Лимон еще. Ну, обязательно, обязательно лимоном, но мы будем его приправлять только в конце. Как долго должна быть рыба в маринаде? Минимум, ну хотя бы час. А чтобы рыбка лучше приготовилась, специальное заклинание под гитару. Но только ты, скумбрия моей мечты. Только ты, скумбрия моей мечты. Но только ты, скумбрия моей мечты. Только ты, скумбрия моей мечты. Только ты. Если с другом вышел в путь, главное, чтобы друг был с гитарой. Музыкальную часть программы мы доверили Александру Броморецкому. Кстати, для музыканта корпоративы на природе уже не редкость. Ну, как правило, это только 1 либо 2 мая, да, на майские праздники. И были такие случаи. Это где-то по-любому происходит за городом, у речки. Хотя я вспоминаю один момент, когда это было не у речки, а в глубоком лесу. И там все было оборудовано для большого банкета. Но и мангал находился, естественно, как-то в стороне от банкетного зала. Я разложил оборудование, светомузыку. Но мне сказали: а можешь ли ты возле мангала, пока мы скучаем, там жарим мяско, что-нибудь поиграть? И то есть настроение задаешь еще на моменте подготовки к трапезе. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Вместе и споем, и приготовим, и лайфхаками первомайскими поделимся. Обматывай голову. Твою? Да, сейчас ты все поймешь. Ты боишься перегреться, я так подозреваю. Нет, в этом лайфхаке главное, чтобы не было, Настя, пустот. Пустот? Пустота внутри. Еще больше вредных советов в нашей интерпретации этим вечером. В путь по-новому сегодня, сразу после кэба.